В Швеции завершилось Евровидение. Согласно современной западной моде, победу одержал исполнитель, который считает себя небинарной личностью, то есть не относит себя ни к мужчинам, ни к женщинам. При этом родился певец Немо 24 года назад вполне обычным мальчиком. Букмекеры делали ставки на участника из Нидерландов, но его дисквалифицировали за несколько часов до финала из-за инцидента с женщиной, над которой он, цитата, «морально издевался». В этом году конкурс побил все рекорды по количеству провокационных номеров и персонажей. Ирландцы изображали, что вызывают дьявола прямо на сцене. Представители Финляндии скакали без нижнего белья. У испанского коллектива на подтанцовке были замечены мужчины на высоких каблуках и, скажем так, в эпатажных костюмах. А эстонские исполнители посвятили песню наркотикам. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя Евровидение, назвала происходящее похоронами Западной Европы, которые переплюнули любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство. Всего 50 лет назад Евровидение выглядело совершенно иначе. Тогда триумфатором конкурса стала группа «Абба», то есть на песенном конкурсе побеждала именно песня, а не новые западные ценности. Не обошлось, конечно, и без политики. Организаторы допустили до участия в конкурсе певицу из Израиля. Это спровоцировало бурю возмущения. Исполнительницы не разрешали даже выходить из номера в избежание неприятностей. Эту девушку не спасло, ее освистали прямо во время выступления. Против участия Израиля в шведском Мальме устраивали демонстрации, в которых принимала участие Грета Тунберг. Полиция с ней, конечно, не церемонилась. В общем, решение организаторов отлучить нашу страну от участия в этом конкурсе стало скорее большой честью, а не оскорблением.